Привет, друзья! Испытание улучшенного прототипа тяжелого роботехнического комплекса разминирования МГР-4 «Шмель» прошли в России. Робот-сапер МГР-4 разработан предприятиями «Высокоточные комплексы» Ковровского электромеханического завода КМЗ и в НИИ «Сигнал». Робот-сапер МГР-4 создан на базе мини-погрузчика АНТС-1000. Унификация с погрузчиком позволяет удешевить серийное производство робота. Основное предназначение робота МГР-4 – обнаружение и ликвидация противопехотных мин. Управление комплексом на дальность 1000 метров обеспечивает систему управления «Прометей» разработки в НИИ «Сигнал», которая используется и в боевых машинах России. Робот оснащен лебедкой с гидравлическим приводом, а также цепным молотковым тралом. В модернизированном образце робототехнического комплекса МГР-4 используется минный трал с увеличенной глубиной рыхления грунта до 250 мм. Заменена форма ударных молотков, внедрена новая схема перемещения трала над поверхностью земли. Масса МГР-4 «Шмель» 4 тонны. Скорость движения при разминировании 1 км в час. Ширина разминированной поверхности с данным тралом 2,2 метра. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.